Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Как мои близкие относятся к тому, что я много времени уделяю своей работе? Мои близкие к этому относятся положительно, потому что в этой работе они вместе со мной. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.